Портрет великой княжны Марии Николаевны. Константин Егорович Маковский. 1905 год. Константин Егорович Маковский начинал свою художественную карьеру как участник товарищества передвижников, выставляясь с картинами на тему повседневной жизни народа. Однако со временем его интересы поменялись, и с 1880-х он стал успешным салонным портретистом. Мария Николаевна являлась третьей дочерью императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Четыре сестры были дружны между собой, но всеобщей любимицей считалась именно Мария. Глядя на картину Маковского, кажется, что девочка в легком белом платье, прижимающая к себе куклу, лишь на минуту присела попозировать художнику. Еще мгновение, и она соскользнет с большого кресла и помчится играть к своим сестрам. Воспитатель царских детей писал, что Мария отличалась крепким здоровьем и добросердечием. Была красавицей, хотя немного крупной для своих лет, за что родственники в шутку называли ее «добрый толстый ту-ту», однако княжна на них нисколько не обижалась. Судьба юной девушки была трагична. В июле 1918 года Мария вместе со своей императорской семьей была расстреляна большевиками в Екатеринбурге.